Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на своем канале «Есть поесть». Сегодня, в преддверии Дня всех влюбленных, я предлагаю испечь кексы в виде сердечек. Беру самый обычный и самый простой рецепт кексов и выпекаю в соответствующих формочках. Конечно, по этому рецепту можно испечь кексы любой формы. Тесто делается очень быстро, ничего взбивать не надо, просто перемешать, а кексы получаются невероятно пышными и мягкими. Я буду делать на 2 порции, но список ингредиентов под видео будет на 1 порцию. Из этого количества получится примерно 10-12 небольших кексов. К яйцу комнатной температуры я добавила соль и ванильный сахар. Сюда же отправляю сахар и все слегка взобью. Выливаю сюда кефир комнатной температуры и рафинированное подсолнечное масло. Размешаю. Высыпаю муку с разрыхлителем и опять размешиваю. Все, тесто готово. Не забудьте заранее включить духовку, так как тесто готовится очень быстро. Я беру формочки в виде сердечек. Разумеется, что можно выпекать и в обычных формах для кексов. Несмотря на то, что форма силиконовая, я дно смазываю растительным маслом, потому что бывают проблемы при извлечении из-за рельефного дна. И теперь выкладываю понемногу тесто. Кексы очень хорошо поднимаются, поэтому я наполняю примерно третью часть формы. Отправляю форму в духовку, заранее разогретую до 190-200 градусов, примерно на 20 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Проверяю кексы на готовность и даю немного остыть. И затем извлекаю кексы. Конечно, если вы выпекаете кексы в обычных формах, то здесь нет никакой проблемы. Но так как мне нужно использовать вот эту нижнюю часть кекса, верхний бугорок я срежу, чтобы кексы ровно стояли, и получается вот так. Ну, конечно, если вы не собираетесь ничем наполнять это сердечко, в принципе, можно оставить и так. В углубление выкладываю понемногу джема или конфитюра или любого варенья красного цвета. Ну вот, кексы-сердечки готовы. Все делается очень быстро, буквально за 30-40 минут. Посмотрите, какими мягкими и нежными получаются кексы. Поэтому можно приготовить такую выпечку не только на День Святого Валентина, но и порадовать своих домашних в обычный день, приготовив такие кексы к семейному чаепитию. Также кексы можно дополнительно украсить, посыпав их сахарной пудрой или сделав сеточку из белого шоколада. Смотрите также другие мои рецепты ко Дню всех влюбленных. Ссылки на них я оставлю под описанием под видео и в конце видео. Я благодарю всех, кто смотрит мои рецепты, не забывает их оценивать, писать комментарии, а также делиться ими в социальных сетях. Не забывайте подписываться на мой канал. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, а мы увидимся в следующих видео.